Давай, давай, говори. Всем привет, меня зовут Юрчик. И меня зовут Сансон. Коба, короче. Тут придуривается. Ну, все меня, да, знают. Знают, так. Итак, сегодня, что мы делать-то будем, а? Меня устроили. Не устроили, а... приняли в армию на первый ранг, естественно, в ВВС. Никакого блата, вся фигня. Вот лидер, да. Это Лэнс Мора. Может, кто-то его знает. И он... А что ты стал-то? Давно. Ну, там я файнд показывал. Все. Вот он сегодня стал на лидерку, и я на... Не на собеседование, как сказать. На всякий случай. На призыве, вот, на призыве. На призыве меня приняли. Так, Фил, и это что? Это же хорошо. Да, и Юра тоже получит, когда третий левел поедет на призыв, и тоже его. Да, а потом, когда у меня четвертый, Антон придет 100 тысяч. Что, да? Мне? Тебе 100 тысяч придет, когда я четвертый получу? 50, да, из-за тебя. 50. Сейчас, кстати, будет уже зарплата через 7 минут. Да. И посмотрим, да, может, мне там подписчики накидали. И вообще, лучше регистрируйтесь на ник Юры. У него мало денег. И у него нет третьего левела, чтобы передать. Чтобы я ему передал миллион. Да. Ну, и мне кажется, я до четвертого не так уж и быстро дойду, потому что я играю только до записи. Чтоб все так. Ничего не утаивать. Ну, только вот прикол в том, ну, сейчас я хотел показать Юре, как, что делать, как там склад фулить в армии, но я не знаю, тебя, наверное, скажут, типа, покинь территорию и так далее. Я ему покину территорию, я же в Mirror Sage играл, я так перелезу, так Да, нельзя так. Ну, как я отсюда так? Ну, тебя убьют, наверное, сразу. Да я от стены разбегусь, прыгну. А потом подкат сделаю, удар это. И хоп, так автомат заберу, и потом так фак за пол и спак. Да, там нельзя забирать автомат. Нельзя? Нет. Фу, говно. Мирошь. Хуже дота, слушай. Так. Что за окончание стрелы? У тебя вообще тачка разбита. Нормально. Это нормально. 81%, между прочим, хп у машины. Надо было у меня, наверное, у тебя скин какого-то усатого военного такого, знаешь, школьника. Как отсоса. К Сему, что ли? Да-да-да. Да-да-да. Сема солдат, как смешно. Я вообще в аномасха, такой бородатый, в кипаре. Так, ну вот я не знаю, короче, удастся ли нам. Ну нет, тебе нельзя-то точно на территорию на эту. Как ты нельзя, я ж ходил там. Ну ты... В той сеть. Ты незаконно ходил. В смысле? А тот военный незаконно пробрался на территорию нормального народа, и что? Никто же ему ничего не говорил. Ой, мы не туда, кстати, едем. Ой-ой-ой-ой-ой, Антон. Вы проиграли, бизнес остается у прежней мафии? Чё? Какие-то стрелы тут только что были, что за бред? Бизнес... И ты еще что-то проиграл. Тем более бизнеса нет. Это армия, походу, наша проиграла. Ну, в принципе, ладно, насрать вообще. На паузе 10 секунд пробовал. Думал, я не замечу, да? Так, ну вот, блин. Открывай! Не знаю. Еще посмотрит видео Лэнс и не знаю, что скажет. Какой Лэнс? Ну, который лидер. А-а-а. Лэнс, извини, пожалуйста. Да, мы не специально. Все, вот так вот, да? Да. Извини, пожалуйста. Вот как раз-то на фуру, сейчас быстро у него, короче, садимся. О, давай, давай, по фасту. И типа за патронами. Да давай, что на джин. Да я поведу. Да господи, тут не... Ты не можешь, кстати, водить вроде. Я не могу еще и водить. Тупо уродски. А я хотел бы в этом сзади сидеть, знаешь, как военный. Mm. А потом получилось бы, как в фильме «Люди Икс», там ты такой воен заглядывает, а я такой хоп. Как этот. Фура, кстати, реально управляется просто. Ну как в жизни прям, наверное. Я же не знаю. Блин, у тебя усики такие угарные. Как у Сема. И сейчас мы, в общем,
Тут изменили систему чуть-чуть, вот, в общем, раньше было все проще, на самом деле, а сейчас вот просто кошмар. Тут одну фуру фулить очень долго времени надо. О, генерал пишет в рацию, типа, живо все за ВП. Ну ладно, в принципе, мы с тобой ездим за ВП, ты мне, типа, РП, помощник мой, так да, сказать. Да, вообще, там, бывают же помощники, там, с друзьями ездят. Нет. Нет, в настоящей-то жизни. Армейцы? Да. С друзьями? Ну, просто так куда-нибудь убираются же. Ну, про... ну да. Это же РП. Солдат на велосипеде. Боже мой, почему нет велосипеда? Ну, пуфило. Вот это точно солдат-школьник. На велике такой. Да. Наверное, стелс еще. Кама. Я не помню, кстати, точно куда ехать. Паламина Крик, это я помню, но... Ты еще врезался. Нормально, это там АФК. Типа АФК уходит, посмотри сейчас. Сейчас тебе покажу прикол. Вот в чем оно. Сейчас. Блин, чё, сейчас-то? Давай. Сейчас. Сейчас. А, что вот мы сделали? Прикал. Мы упали уже? Да-да-да. О, видишь? А-а-а. Типа УФК уходишь, фура едет, у тебя ноль. Как у Вивера ульт на 5 секунд назад возвращает. Да. То же самое. Так-так, круто можно поугарать. Так-так. Ну об этом все знают, как бы. О чем? Ну вот об этом баге. Ну это не баг даже, ну я не знаю, как это назвать. Ну как? Назови как-нибудь. Назови как-нибудь. Я назвал Кобой. И этот баг как-нибудь назови. Давай ты придумаешь ему название. Давай какой-нибудь. Интервал Genius. Кстати, надо сейчас посмотреть, сейчас я скажу название. Так. Какое название? Сейчас я скажу. Погоди, мне там время немного надо. Тайминг, да, тайминг? Тайминг, тайминг. Да где ты, чертова база там? Во, все нормально. Кошмар, я наверное, просто выбрал долгий путь. Можно срезать как-то, на самом деле. Намного. Так. Не, ну вообще, конечно, да, я поехал. По полям, боже мой. Прям, да. Неплохо, кстати, фура выглядит, да, сама по себе. Ну как тебе сказать? Обычная как бы машина. Да не, все равно как-то. Текстурка сама. Да, и надо было свернуть здесь. Так, знаешь какой? Как назовем этот баг? Как? Таймлэпс. Почему? Ну, Вивер возвращается в положение, в котором он был 5 секунд назад, восстанавливая уровень здоровья. Причем? На былой уровень не действует, а на кулдауны, золото и опыт. Причем тут Вивер? Потому что похожий. Нет. Да. Так, все, там есть один солдат, но я не знаю. Может, по фамилии поймут? Фиг его. По фамилии. Смотри, сколько тут военных. Ужас. Просто сборище какое-то. А, это там, где нас убили-то в той серии. Да. Ужас. Все, я сейчас мстить вылезу. Хотя и драться даже не могу. Фуры, блин. Мстить он вылезет. Чем бомбу заложи сюда? Так, я, кстати, не знаю. Ты, наверное, не сможешь брать патроны эти. Но... О! Так, почему 1000-то? Блин. Ладно, не пришло. Вот так вот. Да, слушай, все, тебя сейчас... Что? Почему? Где фура? Пропала. Вы не получили payday, потому что не отыграли 25 минут. Блин, у меня как бы есть payday. Причем тут Юра игра? Мне написали, вы не получили payday. У меня есть payday, почему я не получил payday? Какой у тебя payday? Я помню, мне его Антон купил. Второй, да? За 500 рублей второй payday. А, не про первый, наверное, тут цифры 20. Нет, реально пишут про payday, вот я просто... Тебе скрины отправить. Сейчас мы залезем-то. Оп, смотри. Ну вот, короче, так все это делается, кто еще не был в армейке в обновлении.
Payday там пока Юра получает. О, у меня ящик пропал. Как я его уронил? Какой? Смотри, там контрабанда. Это Антон, там контрабанду делают. А сам... Ой, меня сейчас убьют, наверное. Не-не, почему? А, ну ладно, тогда. Тут чувак какой-то машину громит. Ты что, дурак? Громит? В смысле громит? Ну прям вот бьет ее, смотри, красная машина. Кабриолет. Да, это потому что он любитель бафании. Меня стреляют. А, да. Черт, я ничем не могу тебе помочь. Все. Вы уронили ящик, все, в жопу эту работу. Тебя убили? А может ты сало уронил, а? В общем, ты в больнице, да? Да. Я тут веселиться сейчас буду. Все, я, наверное, тогда релогаюсь, перезахожу в игру, то есть. Боже мой, за что меня убили-то? Так ты проник на территорию, нельзя было. Все, ладно, сейчас я релогнусь, и Юра там будет пока снимать, как он бегает в больницу. Вылечи. Так, нет, ой, вылежи, я написал вылежи. Вылечи. Без медкарты. Там просто, если есть медкарта, то тебя как-то дешево там лечат. А как, что же делать-то, где у меня шкаф? Живот болит, короче. Створ. Выбрать одежду. Сейчас я, короче, все, в общем. Ой, предлагают вам купить лекарство. Да, я его покупаю за 80, могу выбежать из больницы. Все, я просто красавчик. Я... Оставайся там, короче. Забирай меня из больницы, пожалуйста. Да. Я, в общем, переоделся, и теперь я, типа... Это, знаешь, это как я в Аномасе с Сергеем Симоновым. Сергей Симонов реально такой богатый чувак. А в Аномас. Ты еще должен говорить. Всем привет, с вами канал Добра и Позитива. А, так ты позитив-то у нас. Ну, вот, видишь. Тогда позитив. Я должен быть... Тогда я дал... Ой, чё меня бьет? Прикинь? Тебя бьёт, да? Пациент бьет. Ну как пациент? Какой-то Илья Литвинов. А он в какой палате-то лежал? А? Илья Литвинов, что ли? В шестой палате, знаешь, шестая палата. Илья Литвинов. Подслушан шестая палата? Да, шестая палата подслушан. Там лежал. Чё он за мной ходит? Ты где вообще? Я приехал в больницу. А, ты на машине там. На джи садись, на джи. Да тут еще бомж какой-то, господи. Хорош, садись быстрее. Быстрее садись. Так, ну это никогда не надо так делать, как сейчас я сделал. Так, а чё они докапываются-то? За это могут дать варн. За ДМ. Ну, в общем, я же его в личных целях не использовал. Я... Нет. Чтобы спасти семью, да. Ну. Брата бы убили, наркомана. Наркоманом бы стал. И всё. Куда едем вообще? Жил бы вот в этом вот доме, который мы проехали. Поехали, в общем, в каньон поработать. Погнали, погнали. Я давно хотел в каньон. Нет, у меня офигенная идея. Все сейчас. Точно, давай. Так. Давай, давай, давай. Чё, мы куда приехали? Вот эту вот красавицу возьмем. Да, о, давай. Короче, мы будем таксистами сейчас. А мы будем таксистами? Таксисты. Мы как в джобу тебе, да? Разные профессии будем пробовать. Да. Да? Да. Честно? Честно. Ну все тогда, давай в джобу. Так, а как закрыть эту машину? Как-нибудь ты закрой. Вот, три, все, да? У тебя ключи есть. Как что там, просто бесплатно можно машину, что ли, брать? В аренду. Там за носом за косарь. А-а-а. И типа вот до перезахода она у тебя будет. А твою машину-то не украдут? Украдут, но фиг с ней, я ее восстановлю. Пусть покатается-то. Да, надо вообще что делать. Ты прыгал уже с этой вот башни вот здоровой? С какой? Там с парашютом, вон. А, нет, я на нее приземлялся на вертолете. Так, вот я... Сейчас, короче, надо... Надо найти кого-нибудь. Сейчас игроков-то много. Если бы у тебя был таз, ты бы туда не заехал. Так что это все не то. Да, все. Пацана машина выпендривается, да, наверное. По-моему. Так, это тоже так. Нифига, смотри, там буллет был, по-моему. Где? Зеленый. Зеленый буллет. Он уехал уже. На нитро.
Тоже какой-то богатый паренек. Антонио, где? Да что? Докопались до меня, главное. Ей, давай. Где, я-то этого не вижу. При чем тут я вообще? Я на посту стою. Что надо? Вертолет. Офиг. То есть ты не один, да, с вертолетом? Где еще вертолет? Там был вертолет. Ну, наверное, я не один. Так, Бенджамин Франк какой-то. Так. Да я не знаю. Знакомое что-то. Ай, что? Не столкнись, а то этот подрезает. То... Да что за... У меня круче машина, чем у тебя. О, из рифа. А чё, то есть если у кого машина круче, то ты подрезаешь, что ли? Конечно. Да? Это как у Буфана, да. У кого машина ниже, то ты прав. Там и доски ставят. Так, чё, куда едем-то? За вертолетом. Ну, о, в общем, никого не привлекает наша машина, к сожалению. Ой, я бить на смог. Я бью. Серьезно? Смотри. Да потому что здесь нет зеленой зоны. Давай заряжай. Вот, умеешь ты обнадеживать, Антон? Все, полетели. Полетели. В общем, мы... А, я не знаю. Ну ладно, мы не в форме же. Нет, вот, блин, я вот... не в форме. Да я тоже. Я снял, переоделся. Можно было бы еще в фанде не светиться, было бы вообще сказка. Типа, рабочий день завершил и так далее. Ну-ка, Грув, походу, сотку берут, нифига себе. Что Грув? 100 территорий берет. Ну, видишь, все в зеленом, карта. Ну, поехали вон на Грув-стрит. А что покажем, мы там делать? Где раки зимуют? Да нет, там. Блин, да? Я даже не знаю, если честно. Чего не знаешь? Ну что, надо кого-то... О. Нет, все-таки давай вернемся за красоткой. Короче, ладно, блин, надо устроиться таксистом. Ах, ты не можешь, я тоже на работе. А ты почему? А, ты на работе, да, уже. Я хочу в каньон поехать, работу буду батрачить там. Да, серьезно, го, полетели. Поехали, поехали. Полететь. Как день прошел? Нормально. Двоек нет? Завтра будут? Будут, наверное. Будут. Завтра физика, все. Ну. Что? Подключайтесь, 18:10 на SFM. Да нет, все это фигня. Боже. Что? Мы оставляем этот город солнца. Вайнвуд. Пока. Мы отправляемся зарабатывать деньги. Да ведь? При 7777 подключайтесь. Я могу проспонсировать ваш выигрыш. Ого. Что за дерьмо? Чуть пос... А как слезать с этого? Согласен, что ли? Ну-ка. Странно. Реально, что за бред? Чуть такое. Ну это причем на мафии, но ведь. То есть с админами сделан. Ужас. Вы отошли слишком далеко от арендованного вами транспорта. И что? Все, он пропал. Его проблемы. Да. 24:00. Таких пацанов потерял. Там тоже военный, что ли, проплыл? Проплыл? А, ну это да, это ВМФ, военно-морской флот. Но я в ВС, типа военно-воздушный флот. Крутой, крутой. Ты ж пилот, да? Да. Все, приземляйся, пожалуйста. Меня привезли работать на вертолете. Тру-мажор. Как в школу на Феррари ездить. О, здорово, здорово. Видишь, все с тобой поздоровались. Здорово, 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 пацаны. Подожди, а я вроде тоже могу, кстати, устроиться на работу. Че, как работка? Так, устроиться. Ну-ка. Да, отлично. У меня еще и ствол есть. А? У меня еще и ствол есть, говорю. Офигеть, я был этим бомжом белым, а стал черным рабочим. Тоже бомж, так что. А чё, как тут все это делать?
Ну вот на красный маркер стоит. А, у тебя там есть красный маркер? Да-да-да, есть красный маркер. Ну вот. Я его не видел. Мешок подбираешь и все. Куда? Вот сюда. Не, ну это офигенная просто профессия, конечно. Стоять. И вот обратно, и вот так вот всю ночь. Да? Не, ну не всю ночь. Когда хочешь, тогда закончишь. Класс. А я деньги за это получу? Да, вот видишь, у тебя сколько уже заработано? И сколько? Ну там слева вверху написано. А, слева вверху? Вы перенесли. Перенесли уголь, $72 добавлено к вашей зарплате. У меня уже $136. А чё, люди так могут миллионы зарабатывать? Конечно, я так и делал. Ты так и делал? Ты все миллионы так вот зарабатывал? Да. Ну ты шучу. Ну ты баклажан. Ты вообще... Думаешь, где я все лето? Я $42 уже заработал. Я более успешный, чем ты. Я 202. Ну-ну-ну. Сейчас посмотрим. 226. Почти 228. А, все. Ну, все, я не круто. Ты невезучий человек. А что теперь? Сначала я бегал до маленькой этой горы, а теперь я до большой побежал. Ну так надо. Че за приколы? Надо так говорю. Да? Да. Кому? Ну, типа, так? Чем выше к горам там. Не помнишь, что ли? Чем выше горы, тем ниже что? Приор. Ну. Ну тут же нет приора. Ты можешь просто пробел зажать, кстати, но не shift. Потому что если shift, то упадет все. А вот если пробел, то ты быстрее будешь чуть-чуть. Ну, как бы это я знаю, но он устает, по-моему. Да. Ну так ты присядь, отдохни. Ой, хороший день был. Поработал. Да, не так, просто можно постоять. Я образом выразился. А ты что там стоишь? Ты где вообще? Я что, я вот отношу. $418, между прочим, от тебя не просто. Антонио Рергард, ой, боже мой, опустился. Нормально все. Опустился. Решил подработать, что такого. Подработать. Состояние 10 миллионов, решил подработать. Боже мой. Вот реально кто-то так делает, да, вот целый вот... День сидит вот так вот фигачит. Ну, в принципе, 70%, наверное, да? Так и делают. Офигеть. То есть вот у человека нет стима, да? Нету ничего такого там, друзей. Есть сам, да, нет. Друзья-то есть, но они виртуальны. Вот здесь все знакомства вот в основном здесь происходит. То есть ночью тут человек 10, понимаешь, вот это вот. И все вот они вот так вот и делают, да? Атмосфера это, да, ты не понимаешь просто. Боже, какой ужас. Это такая атмосфера, понимаешь. Получил оффлайн. Причина ЖБ на несостворга. Как номер у тебя 10. Будет второй левел? Пойдем. И ты будешь работать водителем автобуса, а я сидеть в автобусе. И ездить, да? Ездить с тобой вместе, да. Ты будешь перевозить реальных людей. Круто. Да. Сколько у тебя долларов уже заработал? 520. Ну все, вот это вот последняя капля, я 598, я уже заколебался. У меня 642. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, все, закончишь работу, забрать деньги. Они придут на банковский счет с Payday. На какой Payday? На второй. У меня есть эта игра. Чё они до меня докопались? Да, ну, в общем, в 0-0 минут это будет. Что? А то есть мне ещё и не заплатят? Не, почему? Вот 0-0 минут будет, да, и тебе заплатят. А где эти 0-0 минут-то? Ну вот смотри, да? Смотрю. Да, по нашему времени, что ли, 0-0 минут? Да, господи, по-любому. Каждый час тут зарплата, да, в 0-0 минут она. То есть надо присутствовать в игре в 0-0 минут. Час 20-15... А если я не буду в 0-0 минут? Ну все, тогда на следующий Payday тебе придет. Когда ты будешь? Покупать новый Payday? Пошли вертолёт. Я просто не могу. Почему они не назвали просто зарплату? Надо было Payday. День зарплаты, что тебе не нравится. Сорюсь я сейчас, короче, и все. Оп, как алхука. Давай, посмотрим. Да все равно хукать не умеешь.
Давай, ой. Попал. Своего брата стреляет. Ты чё, не брат? Нет. Ок. Тогда я тоже. Тут какой-то трамплин, смотри. Да. Ты можешь на нем голову ой. Сломать, осторожно. А я прыгнул, у меня там вообще лоус. Стой! Залезай быстрее. Стой, большая черепаха. Большая. Давай. Пошли винтом всех перерубим. И да? тогда они стопудово варн дадут. Можно так-то? Нет. Так. Пошли вообще те лицензии, что ли, получим? Вообще я не знаю, что делать. Ой. Да, надо тебе, наверное, лицензию на воздушный транспорт получить. А когда у меня будет лицензия на нормальные прыжки, когда я бегу, и на удары? С пятого левела. С пятого левела? Да, на прыжки лицензия. Что? Чё это такое? Нормально. В смысле, с пятого? Так это смотри, это быстро. Это сколько мне часов надо проиграть, чтобы... Сто где-то, да? Нормально. Чтобы я мог нормально вот бегать. В доте у тебя сколько часов? Давай начнем с этого. 700. Ну вот. Ну тут интересно. Да ты не привык просто, это на самом деле тоже. Если мы будем так снимать по 30 минут, эти 100 часов, наверное, год за два наберут. Так ты, я тебе потом скажу фишку, которую нельзя делать, но не на съемку можно. Хорошо. Ну все, нормально. Сколько уже там снимаем? Смотри быстрее. Сколько мы снимаем уже, я не знаю. Ну минут 80-то уже есть. Наверное, должно быть. Все. Ну все тогда, да, сливаемся. Ой, то есть это заканчиваем? Да, доту давай тоже. Да, гов доту. Ну ладно, в общем, всем, да, подписывайтесь. Железная дорога, поезда, самолеты. Всем пока, вот. Все. Я ливаю из скайпа. Ты идиот. Ты самолет сломал наш. То есть вертолет. Ты умер еще.